Это правда. Да. И мне хочется следовать зову сердца. Может быть, мы слишком долго полагались на всяческие теории? Ты ученый прежде всего. Тогда послушай меня. Раз я говорю, что любовь — это не выдумка человеческая, это осязаемая величина, это сила. Это должно что-то значить. Любовь имеет значение, да. Общественная польза, социальные связи, воспитание. Мы любим людей, которые умерли. Какая в этом общественная польза? Никакой. Может, любовь — это нечто большее? То, что мы не в состоянии пока осознать, может, это свидетельство чего-то? Артефакт. Артефакт какого-то другого измерения, которого мы не в состоянии пока постичь. И меня тянет через всю Вселенную к человеку, которого я не видела 10 лет. Который, возможно, уже мертв. Любовь — это единственное доступное нам средство, способное выйти за пределы пространства и времени. Может, нам следует довериться ему, даже если мы не понимаем его сути? Ладно, Купер, да. Любая возможность снова увидеть Вольфа радует меня, но это не означает, что я не права.